My name is Yuri. I'm Romeo. My name is Katerina. I'm Juliet. Ну, Ромео и Джульетта — это всем известная история. Ромео и Джульетта — это прекрасная музыка Прокофьева. И, наверное, с 56 года, когда Галина Уланова покорила всех на гастролях в Лондоне своей Джульеттой, наверное, с тех пор этот балет очень значим для артистов, очень значим для публики, очень интересен. Для меня весь спектакль — это один эпизод. Это вся палитра чувств и эмоций просто, которые может испытать человек, влюбленный человек. Ну, мой любимый эпизод — это монолог Ромео в конце спектакля, монолог с ядом, когда он приходит в склеп к Джульетте. Там уже происходит какое-то... Ты действительно устал за весь спектакль, и идет накал этих чувств, и как-то это приятно ощущать эти эмоции, переживать это. During 40 years of the history of the theater, it's the first ever visit to Asia when we visit to Singapore with Romeo and Juliet, which everyone is excited about. There are elements we are not present in other production, so like an element of destiny, which is present in the production from the very start. So we're always present, and more so by the end of the show, because the destiny of Juliet is to die for love. Don't miss out Romeo and Juliet. Now playing until this Sunday only.